Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, там кто-то стоит. И вот сейчас самое страшное, знаете что? Нам ведь... О, там кто-то был. Подожди, я не понимаю одного. Мы с вами... Ой, нет, ну начинается. Ой, ребята, не знаю, готовы ли вы, но могу вам сказать точно одно. Я не готов. Буквально несколько дней прошло с момента выхода серии по другому хоррору, и я вновь допускаю эту ошибку. Я вновь наступаю на эти грабли, и сегодня мы с вами поиграем в новый, безумно страшный хоррор под названием Lair of Torment. Ну что ж, всем огромный привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Олег Кофе, и добро пожаловать на новое видео. Ну что ж, многие из вас просили в комментариях пройти меня эту игру. Это новый хоррор, который вышел буквально пару дней назад, и игрушка действительно очень страшная. Поэтому что нас сегодня ждет, боюсь представить, но перед началом этого ролика вам я хочу пожелать приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Я надеюсь, вы уже поставили лайк, и я надеюсь, вы уже подписались на канал, ведь вы, ребята, знаете, ведь вы, ребята, в курсе, как сильно я проклинаю эти хорроры, как сильно я их не люблю. Но, так или иначе, вы попросили, и я для вас делаю. Ну что ж, мы давайте начнем. Я, опять же, хочу вам пожелать удачи и удачи себе, чтобы мое сердечко пережило этот день. Потому что то, что я видел, и то, что я читал про эту игру, это действительно страшно. Ну что ж, я знаю лишь только одно, что там какой-то клоун ходит, бродит, нас пугает, и нам при этом надо решать еще всякие головоломки. Но сегодня день у нас будет максимально насыщенным, поэтому, ребята, готовьтесь. Криков и оров сегодня будет, правда, очень много. Куда нас? Подожди, это уже, подожди, это нас уже в подвал какой-то несут, да? Где это вообще? Подожди, я не... А, это вообще, это лестница или что это? Я понять не могу. С одной стороны, это просто какой-то туннель, с другой стороны... Ну да, это подвал. Он, конечно же, да. А как иначе, да? Ой, сейчас что-то выскочит, да? Подожди, какой-то затиш... Древний артефакт, статуэтка, ломающая жизни. Она захватила разум моего отца. Он обезумел и начал убивать. Надо пробраться в подвал и сломать ее. Ох, ничего себе. Это нам в подвал надо пробраться и сломать статуэтку. Ребят, может, сами как-нибудь справитесь там без меня, может, ну я пойду там ребятам на завод помогу, попросили, реально, а? Ой, ну что ж, вот и начинается строительство завода, ребята, а? Вот сразу что хочу сказать по звукам. Вот в моменте я реально, у меня ж мурашки, похоже, пошли от этого звука, который в этой игре. Ну типа настолько атмосферно, что это... Просто жесть. Так, а что нам надо сделать вообще, скажите, а? Я вот пока я лично этого не понимаю. Ой, у нас даже тень есть, смотри. А как нам выбраться отсюда, скажите, пожалуйста? У нас тут вешалки висят. Розеток. А зачем нам столько розеток, скажите? О. Подожди, раз. Два. А куда нам столько розеток вообще? Мы откуда все эти провода берем, а? Я вообще пока не понимаю, что я делаю, но, видимо, нам нужно воткнуть все это куда-то, и может что-то заработает, кто ж его знает, а? Они еще, смотри, они еще и соединены с друг другом. Не понимаю суть. И вот они все висят. Так, а фонарика у нас никакого нету, я правильно понимаю, да? Ну, спасибо большое, да. Спасибо, что позаботились о моем сердечке. Спасибо, очень приятно, кстати, а. Так, а вот тут реально загадка. То есть, опять же, я вам в самом начале сказал, что в этой игре куча головоломок, которые нам с вами нужно каким-то образом решать. Как это делать, я, если честно говоря, не понимаю, но давайте что-то искать. Возможно, тут все-таки должна быть какая-то подсказка, благодаря которой мы... Опа. Ключи. А вот тут что-нибудь в рубашечке? Не, а ключи нет. Опа. Ну нет, ну что за приколы такие, а? Дверь, в которой ничего нету. Ну спасибо большое, да? Смотри, это какая-то висельница, да? А, тут есть совпадающие. Подожди, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть смотри, все, я разобрался в этой головоломке, я понимаю, как это работает. Единственное, мне кажется, для того, чтобы выполнить эту головоломку, мне реально надо взять блокнот, иначе я просто никак не запомню. Ну потому что тут надо соединять одну висельницу с другой, и нужно понимать, какая из них подходит к другой. Поэтому, ребята, сейчас я разберусь быстренько с этим вопросом. Мы быстренько соединим все провода. Ну, вроде бы я записал все в блокнот, однако я не понимаю одного. Тут есть пару рисунков, которые максимально одинаковы. Вот как, например, левый верхний угол, предпоследняя сверху и две внизу, вот эти вот, видите, они максимально однотипны. Они не отличаются вообще ничем. Ой, так, ладно, хорошо. Так, а может мы что-то еще можем подобрать просто? Ну, вдруг мы что-то реально не нашли, а? Вдруг что-то мы пропустили. Жалко, конечно, фонарика нет. Но вот какой хоррор без фонарика вообще, скажите мне, пожалуйста, а? Так, окей, хорошо. Хорошо,
понял, а как-то можно? Так, хорошо, значит, смотрите, первое, что мы должны соединить. Это мы сюда, а это тогда 5. Это мы должны вот сюда воткнуть. Ага. Далее давайте начнем с этой. И эту мы должны воткнуть вот сюда. Судя по моим записочкам, соответственно, да. Далее идем это сюда. И вот этот провод мы приложить должны сюда. Дальше идем. Это у нас идет вот это последнее. И это вот сюда. Я надеюсь, это реально сработает. Я надеюсь, оно будет действительно работать именно так. И... Подожди. Какой-то звук. А, найс, мы выполнили, нам достижение дали. Что дальше? Что, а что мы вообще включили, скажите, пожалуйста. Я услышал, что заработал фонарик, как будто бы какой-то. Но что нам это дает? Загадку мы эту выполнили, а дальше-то что? И вы хотите сказать, нам реально туда лезть? Не. И мы вообще куда с вами попали? А можно назад вернуться? Не, я туда не пойду, знаете ли, не. Выпустите меня, пожалуйста, просто. Можно я домой пойду по делам своим? Я реально, я говорю серьезно, я не хочу идти дальше. Выпустите меня, пожалуйста, а? Ой-о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 й. Ладно, была не была. Походу, все-таки нам придется реально спускаться туда вниз. Ну, друзья, что поделать? Понимаете, других выходов... Она начала ехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас по-любому что-то выскочит. Я вот прям отвечаю. Сейчас 100% что-то произойдет. Если б я еще что-то... Это что такое? Это что такое? Я вообще ничего не вижу, вообще ничего не понимаю. Как-то поярче сделаю, тут можно, нет, а? Что вот это такое вообще? У нас тут какие-то различные имена каких-то людей. Выглядит, конечно, не очень красиво, да? Единственная фотография, которой у нас нету, это Лиан... Мне показалось, или я что-то слышу? Вот это что на полу валяется? Можем подобрать, не? Блин, и... Там была чья-то рука, и кто-то выключил свет. Вы только не говорите, пожалуйста, что мне нужно просто подойти и включить свет. Пожалуйста, я не хочу. Можете сами включить, пожалуйста, а? Все нормально, все нормально, все под контролем. Все хорошо. Все хорошо, все под контролем. Тихо, 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 не моргай, светом не надо. Ну что, сердцебиение, начинать сейчас что-то будет, а? Пожалуйста, не надо, я вас прошу, я вас по-братски просто прошу, а? Так, я одного не понимаю, тут куча различных имен. Леонардо единственное отсутствует. Может, нам надо найти его фотографию, чтобы... О, нет! Пожалуйста! Не надо! Не надо, не делайте! Откройте! Просто откройте дверь! Блин, тут трупешник валяется, вот смотри, просто в мешке, а! Так, подожди, вот тут... Лукас. Я не понимаю, что как будто по звукам сейчас кто-то нападет на меня. Меня это напрягает конкретно. Лукас зачеркнут. Мы можем что-то сделать с ним, не? Какая-то очень странная система, если честно, прохода у нас, да? О, Брайсон. Дай-ка я на всякий случай буду записывать все эти имена, а то мне кажется, без этого реально никак. Окей, у нас есть два имени, которые уже находятся в списке, так сказать, исключенных. Да, это Лукас и Брайсон. Давайте, может быть, в стартовой локации что-то было, нет? Опа. Наоми. Может, мы еще что-то сможем разглядеть, не? О! Ой! Да ты что ж пугаешь меня так, а? Ты ненормальный вообще! Так, хорошо, мы записываем Оливер. Уже 4 имени есть. Оливер мы также и записали. Может, еще какие? Мне кажется, имена какие-то в самом начале должны быть. 100%. Ну-ка, здесь что-нибудь есть у нас, не? Блин, не видно. Ну, давайте смотреть. Окей, мы должны еще найти просто с вами какие-то имена. Кого-то мы еще должны вычеркнуть из этого списка. Для чего? Без понятия. Нет, подожди, вот тут вообще ничего не видно, не? Просто нету никаких имен. А вот это не открывается у нас, не? А вот это чье имя, погоди? Или это не имя? Тринити. Там как будто Тринити. Я не знаю, есть такое имя как бы у нас, да, в списке. Но давайте проверим, а. Блин, ребят, вообще атмосфера максимально жуткая, если честно. Нет такого ощущения вообще, а. Я вообще пока не понимаю, что нас тут ждет, но... Там имен я никаких, кстати, не видел. Ну окей, у нас 4 имени. Может быть, просто надо нажать на все эти фотографии. Таким образом у нас будет какой-то пароль, нет? Блин, ну вот в этой комнате прям максимально стрёмно находиться, потому что здесь вообще не понимаю, чё, а? Тринити нету, да? У нас есть 4 имени. Лукас, Брайсон, Наоми и Оливер, да? Давайте начинать. Давайте, Лукас. Я нажимаю или не нажимаю? Я вот этого не понимаю. Лукас. Вот у нас Брайсон. О, Наоми стрёмная какая, фу. И Оливер. Я вот в том-то и прикол, кстати, я не понимаю, я нажимаю на них или не нажимаю? У нас что-то должно открыться здесь, да? Может, нам как-то местами поменять их, типа, надо, нет?
Мы не можем это ничего подобрать. А дверь откроет сегодня нам кто-нибудь или нет вообще? Откройте, блин. Окей, все-таки, возможно, мы что-то с вами не сделали, да? Все-таки такая вариация событий тоже может быть. Все имена мы записали. Опять же, в правильной последовательности, по идее, нет. Но что с ними делать, я вот этого вообще не понимаю. Я походу понял, что тут делать надо. Как отсюда выйти? Подожди. У нас есть пароль. У нас есть Лукас. Все, это, блин, нифига себе тут загадки какие вообще, а? Сейчас, ребят, я запишу себе снова все это. Это реально, это первый хоррор, который я прохожу с блокнотом. Я такого еще просто никогда не видел. Это просто жесть. Так, соответственно, Лукас у нас это третий сверху. Ага. Так, потом у нас есть Брайсон. Брайсон это вот это. У нас кнопочка. Затем у нас есть Оливер. Это предпоследняя с этой стороны. И есть именно Оми. Наоми это вот этот. И тем самым у нас получается пароль. И судя по всему, мы сможем сейчас открыть, да, эту дверь. Соответственно, что нам нужно? Нам нужно вот эту кнопку. Нужно нажать вот эту кнопку. Вот эту кнопку. Капец, я давно таких дверей не видел вообще, таких замков, а. И вот это. И... Найс! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Обычно после того, когда я прохожу какую-то загадку, что-то начинает происходить, какая-то чертовщина максимально. Нет, давай-ка мы все-таки дверьку откроем, да, и... Нет! Я не пойду туда вообще ни за что, вы издеваетесь, что ли, а? Жесть, какие звуки, как это напрягает сильно. Март, май, август, ноябрь. Так, это надо записать. Это я первый раз такое вижу вообще. Март. Какая последовательность может быть? Август. И что еще? И ноябрь, да? Какие, что нам это может дать вообще? Что мы пропустили? Куда мы можем? Как мы можем использовать эту информацию? Там кто-то стоит. Там кто-то стоит! Я знаю, как это надо проходить. Это надо вот так проходить. Вы издеваетесь? Там просто... Мне разбили лампочку, я ничего не вижу. Я знаю, что там кто-то стоит, так мне еще и пройти туда надо. Я вообще ничего не вижу. Я вам клянусь, тут просто кромешная темнота. Я вообще... Я вижу отражение себя в мониторе из-за того, что экран черный. Это нормально вообще, а? О, подожди, что-то... Что-то вижу. Может, что-то... Вот оно что, вы прикиньте просто, а? Все это время тут просто темнота была, я там застрял, ничего не видел, вообще нормально, блин, а? Ой, этот хоррор меня доведет сегодня, ребята, реально, я вам говорю. Синий, зеленый, синий. У меня как раз два маркера рядом под рукой, синий и зеленый. То есть сначала синий, потом зеленый, да? А вот это что такое, почтовые ящики, да, какие-то? Подожди, мы можем ими воспользоваться, нет? Нет, не можем. Синий, зеленый. Нам через ширму пройти надо, да? О, красный-желтый, подожди. Красный плюс желтый, да? Окей, смотри, то есть красный плюс желтый, синий... А, синий минус зеленый. Синий минус зеленый, а красный плюс желтый. И нам это что-то должно дать. Пока не понимаю, что. Что-то будет. Что-то, какая атмосфера жуткая. Ой, ребят, если честно, этот хоррор почему-то даже страшнее, чем тот, который мы недавно проходили. Вот... Вот реально вам говорю. Крысы тут бегают, помойная, блин, а. Так, дверь. Синий плюс желтый. Там синий минус желтый, тут плюс. Не-не-не-не-не! Кто стучал в дверь? Ну, как я понимаю, нам сюда, да? А, это еще одна ширма, да? Вы издеваетесь? Я прям в ширме иду, там по-любому еще кто-то появится. Ой, блин, ты что делаешь тут вообще, а? Так, красный минус синий, ты равно смерть. Нормально вообще, блин, что пишут туда? Если б я что-то видел вообще. Так, тут у нас дверь. О-о-о! И мы с вами должны разгадать каким-то образом эту загадку. А как это сделать, погоди? Красный минус красный. У нас есть желтый, зеленый, синий, красный, желтый, фиолетовый. А как решить это вообще, подожди? У меня уже весь блокнот исписан, реально, как решить эту загадку-то, а? Я пока вообще не понимаю, если честно, как решать эту загадку. Давайте я на всякий случай все это запишу, просто чтобы, может, все это надо сложить и понять, сколько красного цвета, сколько желтого, сколько зеленого. Я вообще пока не понимаю. И вот сейчас самое страшное, знаете что? Нам ведь... О, там кто-то был! Я же вам говорил, что мы тут не одни. Я же вам говорил, что мы тут не одни, а? Эх, ребята, блин, вот начинается вся фигня. Так, и красный, и синий записали. Погнали туда, ладно, чё. Блин, вот эти ширмы, то, что мы прям проходим через них, это прям вообще жесть.
Так, здесь у нас синий плюс коричневый, да? Я клянусь, я пока вообще не понимаю, что тут делать надо. Если вы уже, конечно, догадались, напишите, пожалуйста, в комменты, но я вообще пока понять не могу. Так, мы пришли отсюда. Синий и зеленый у нас тут еще, да? Синий минус зеленый. И здесь у нас... Без у меня тень, я как будто от третьего лица играю, а не от первого. И красный и желтый, да? Все, больше цветов не было. Так, а теперь давайте вернемся в самое начало. Ну, точнее, туда, к сейфу, да? И посмотрим, возможно, мы что-то все-таки сможем решить. Дверь эта закрыта, она не открывается. Ладно, я думаю, не будет скримеров, поэтому можем идти тут целом спокойно, поэтому нормально сейчас. Что я упираюсь? Нормально я там вообще что-то упирался просто, а? Я сначала на секунду подумал, что это вообще кто-то там стоит. Так, окей, давайте думать. У нас тут есть цвета. Желтый, зеленый, голубой, красный. Это желтый у нас, а это коричневый и фиолетовый, да? Теперь давайте думать. У нас красный минус красный, фиолетовый плюс зеленый. Что нам это дает? Окей, давайте проверим одну теорию, как это в целом может вообще работать. То есть, смотрите, мы с вами записали абсолютно все цвета, которые с плюсом и с минусом. Давайте попробуем те, которые с плюсом, давайте просто попробуем их соединить. Соответственно, у нас есть... Красный и желтый, да? Давайте возьмем желтый. Это же... Да, это желтый, красный, сюда. Дальше мы должны взять красный и поместить его к желтому. Потому что у нас был красный плюс желтый, желтый плюс красный. Это очень тяжелая какая-то вообще теория, но давайте проверим. Пока что я не понимаю, что нам нужно будет делать с минусами, потому что там же было много цветов, которые минус. То есть красный минус зеленый там и так далее, да? Так, фиолетовый плюс зеленый. У нас есть зеленый. Давайте зеленый у нас фиолетовый плюс зеленый, да? Давайте возьмем вот это и тогда сюда также, да, поставим. Я ни за что не просто выживу, отсюда не выйду, сзади меня кто-то стоит. Сзади меня кто-то стоит, вы понимаете это, а? Это жестко. Так, синий плюс коричневый. Коричневый, синий. И у нас остается два, да? А вот это что, какой у нас вообще последний? Ой, я дурак, зачем я все сбросил? Ладно, я все в принципе понял. И вот этот вот сюда. Реально, прикиньте? Вроде нормально. Слушайте, меня, если честно, начинает напрягать атмосфера в этой игре, потому что она действительно жуткая. Просто какой-то ко мне подошел маньяк или монстр, что это, я не понимаю, ко спине, когда я решал эту головоломку. Блин, да какая ж тень страшная, а! Ну, я надеюсь, вот эта дверь у нас открылась, да? Ха-ха-ха! Такое ощущение, как будто бы я квест прохожу, реально, типа вот прям хоррор-квест. Нет такого ощущения. Ладно, надо быть смелее, надо реально показать, кого тут едет, понимаете, с кулака, а? Я сейчас покажу этому монстру все, о чем я думаю. Так, а нам... Я просто... Так еще двери медленно открывать. Можешь еще медленнее открываться, а? Нам точно сюда? Да, нам точно сюда, потому что раньше тут не было включенного света, а? Дверь откроется? Дверь не открывается. Так, окей, вопрос, хорошо, а что нам дальше делать? Смотрите, мы с вами, ну, в целом, мы решили эту головоломку. Но дальше... О, мы, кстати, бегать умеем, нифига себе. Ха. Вот это я понял, чисто на 30-ю минуту прохождения ролика. Нормально вообще, а? Так, окей, подожди, а мы какую-то... Может, вот эта дверь открывается у нас теперь? Нет, она закрыта. Подожди, я не понимаю одного. Мы с вами... Добегался. Вот чего-чего, но вот этого я... У меня аж сейчас реально, у меня сердце выпрыгнет, мне кажется. Я вообще... Вот этого я прям не ожидал. Я думал, что мы тут уже все сделал. Я идиот, мы же сейф открыли. Но эти все скримеры, они меня пугают. Они меня путают просто, понимаете? Максимально я забываю про все, потому что в моменте ты думаешь об обратном реально, а? Так, ладно. Эта дверь у нас не открывается, да? Ключ сюда не подходит. Я надеюсь... больше такого не будет же, да? Я надеюсь, больше такого не произойдет, да? Вы мне обещаете, что этого больше не будет? Мое сердце повторного скримера не выдержит, это 100%. Сейчас сердце вот в игре начинает биться постепенно, потихонечку, да? Вот эта дверь должна, по идее, сейчас открыться, да? Ну, мы же ключ от чего-то нашли. Наверное, от этой двери. Прикинь, нет! От какой двери мы нашли ключ?
Или от чего мы вообще ключ нашли? Я не понимаю. Я реально не понимаю, куда нам идти вообще надо. И вот тоже, для чего вот эта вот нам записка? Март, май, август, ноябрь. Вот не дай бог снова лицо это появится. Может, это дверь? А так, а какой двери мы ключ? Я уже боюсь ходить через эту ши... О! А, тут, оказывается, дверь была все это время! Ой, нет, ну начинается! Что вообще ненавижу, будь вы прокляты, блин, хорроры эти, а? Так, у нас есть, я теперь понимаю, для чего нам нужен был вот этот март, май, август, ноябрь. У нас тут куча всяких дат, нам надо найти март, май, август, ноябрь, да? Октябрь, пятница, июль, январь, кто это вообще там? Адмия. Это у нас что? Во, 7 марта, отлично, есть, отлично, 7 марта. Так, идем дальше. Ноябрь. Ноябрь был, 1 ноября. Есть. Января не было. Кстати, тут зачеркнуто. Я понял, где мы с вами находимся. Февраль, февраля. Нам осталось найти май и август. Это январь, июнь. Вот, 4 августа. Это есть. Осталось найти лишь только май. Не то, не то. Это пятница. А где май? Июль, октябрь. Вот, май, 10 мая. Все, у нас с вами есть что-то типа пароля, наверное, да? Только вот вопрос, куда нам идти дальше? Очень хороший вопрос, тут дверь у нас закрыта. Блин, да не, я с такими скримерами, с такими реально, я уже никуда не хочу просто в буквальном смысле идти. Но судя по всему, нам надо идти назад, да? Мне сейчас показалось или там? Ладно, это вроде цепи. Так, ну я думаю, нам идти надо назад, да? Ну сейчас же по-любому что-то выскочит. Так, здесь мы были, здесь мы с вами. Да, нам надо, мне кажется, вернуться назад, где были эти почтовые ящики, скорее всего. Вот, скорее всего, нам туда надо идти. Как можно объединять игру, в которую ты боишься буквально всего, с моментами, где тебе надо думать каким-то образом? Вот, смотрите, вот тут у нас почтовые ящики. Во! У нас есть 7, 4, 10. А, я понял. У нас есть 7. 1, 2, 3, это 5. Это 7, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 7. 10 последняя. Первая. И четвертое. Мы это сделали. Я слышал, что где-то, по-моему, что-то открылось. И на меня сейчас по-любому кто-то нападет, да? 100%. 100%. Я единственное предполагаю, что открылась вот эта дверь, нет? Так она закрыта, прикинь! А что открылось тогда? Окей, есть еще одна дверь, в которой нас не было. А, вот что открылось! Смотри, прикинь, прям под носом у меня оказывается. Ну что, погнали. Ой, сейчас тут по-любому что-то... Вот, прям идеальное место для скримера. Прям идеальное. По цепям кто-то ходит, слышите? Слышите, цепи кто-то дергает. Что, я не могу? О, вот. Где мы с вами? Да чтоб тебя-то ты достал! Да хватит пугать меня! Да ну не могу уже, сейчас сердечко я... Сейчас заплачу. Ладно, нормально. Мы нашли с вами. Вот тут надо бежать, мне кажется, вот тут реально. Ведь нам с вами надо было сломать игрушку. И мы сейчас с вами это сделаем. Мы сделаем это, мы дойдем до конца. И ни один монстр не остановит нас. Давай, 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 давай. Мне почему-то прям дикое чувство того, что нас кто-то не преследует, оказывается. Сейчас же ведь по-любому что-то будет, да? Нам же не дадут сломать эту игрушку. Ну привет, сладкий. О, какая она отвратительная вообще, а? Ну это, судя по всему, еще не все, да? Нам ведь нужно каким-то образом ее сломать. А как это сделать? Очень хороший вопрос. Так, вот тут какой-то вентиль есть. Я не знаю, для чего я сейчас это сделал, но мы его для чего-то перекрутили с вами. Опа! Во всех хоррорах надо идти на свет. Поэтому мы с вами пойдем туда. А, она не до конца открылась, да? Нам надо до конца ее открыть. Нам надо найти еще вентили, да, судя по всему, какие-то.
Там такие звуки, как будто монстр какой-то, я вам серьезно говорю. Ладно, погнали, зайдем сюда. Здесь что-то 100% должно быть. Либо скример, либо... вот там по-любому кто-то стоит за кроватью, да? Надеюсь, нет. Элик. Мы можем сесть. Слушай, очень удобная комната, однако, не, а? Просто диван, телек, и больше ничего не надо. И ладно. Вот с этой кроватью 100% кто-то стоит, нет, а? Там же 100% кто-то есть. Чё такая сенса, блин? Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? Я не хотел! Я не хотел этого делать! Что я сделал? А я дурак, блин, зачем я нажал на этот рычаг? Зачем я это сделал? Тут вон еще миллиард розеток для чего-то. Это тоже загадка какая-то. Где я нахожусь? Помогите! Да что-то появится. Там кто-то был! Я знаю, что ты здесь! Выходи давай! Почему там закрыто все? Нам сюда идти, типа, да? Мы открыли этот проход, нас же... Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Ну отпустите меня, ну дайте я сломаю просто эту стать. О! Я понял, для чего это. Можно я домой поеду, пожалуйста? Я вас прошу, можно я реально, ну... Просто домой хочу. Просто хочу домой и все. Я больше ничего не хочу, правда. Я просто хочу. И вот сейчас, конечно, на обратном пути появится эта гадюка, блин, а? Да пошел ты вон, слышишь, жада, хватит пугать меня. Как он туда прошел вообще? Там же кровать. Так, окей, нам надо как-то возвращаться обратно, да? Здесь мы пройти не можем по каким-то непонятным причинам. Нас сюда не пускают. А если сюда? Сюда нас тоже почему-то не пускают. А, он же сюда пошел. Я думал, я его испугаю, но он... Ну, его тут нету. А мы с вами нашли этот вентиль. Здесь я почему-то не могу никак пройти. Я типа пытаюсь прижаться к стенке максимально, чтобы пробраться, я не могу. Здесь тоже не могу почему-то. Может, мы что-то не сделали там, нет? Не, хотя раз скример появился, наверное, мы сделали все, что нам надо было сделать. Я пока не понимаю, мы сами потерялись. Ну вот здесь я отчетливо вижу, что стенка. О, погоди, стоп, мы можем... Да будет свет! Вот теперь, мне кажется, мы сможем пройти, да? Вот теперь, вот поэтому, походу, нас и не впускало. Да, все, смотри, 100%... Ну, конечно, да. Я столько времени тут просто провел, я столько потратил времени на то, чтобы найти этот, блин, проход, а оказывается, вот что нам надо было сделать. Так, окей. Мы можем возвращаться обратно. Здесь больше ничего не произойдет. Нам осталось лишь только... Вот этот вентиль мы не крутили, да? Так, вот этот вентиль нам надо прокрутить. И надо найти, походу, еще один вентиль. Только вопрос, где? Где-то должен быть еще один вентиль. И мне кажется, мы, кстати, его даже видели. Вот, ну ты же можешь пройти здесь, братан! Где? Нам надо куда-то поставить этот вентиль, который мы с вами нашли. И тогда все. И тогда, по идее, задача будет решена. Потому что мы почти открыли с вами эту дверь. Ну давай, 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 давай. Так. Мы еще с вами вот туда не ходили. А, это... Она повернулась в нашу сторону. Кошмар какой просто, а. Так, там рычаг вообще какой-то. Нет, все-таки надо вернуться назад. Где-то мы с вами что-то упустили. Опять же, а. А-а-а! Вот что нам надо было сделать. Вот где последний вентиль. Вот оно, смотри, а. О, все. Тихо. Спокойно. Спокойно. Без паники. Без паники. Без паники, без паники. Все хорошо, все нормально. Все отлично, все замечательно. Мы просто идем на свет. Мы просто идем на свет. Мы просто зайдем в эту комнату. Мы просто должны нажать на рычаг, который мы с вами уже видели. Это не сложно. Это легко. Ну и смотри, она прям, эта игрушка прям смотрит на... А-а-а! Я думал, это рычаг, это молот! Все, ребята, нам осталось совсем немного.
Нам осталось лишь только сломать эту фигурку и все. Ну кто ж его знает, что сейчас будет происходить, поэтому просто бежим. Поэтому просто бежим без оглядки, без оглядки. Просто сломаем эту фигурку и все. И ничего не произойдет. А что дальше? Только не говорите, что надо вернуться назад, а? Я же поднимался, я же спускался. А почему еще раз спускаться, если мы уже... Куда мы вообще попали? Что это за место? У нас есть нож. Куда? Что это за комната такая? А для чего нам нужен этот нож? Мы должны убить... Это мы? Это не мы! Это клоун! На! И так будет с каждым, понятно, блин, а? Фух. И мы стали клоуном теперь этим. Походу, это проклятие этой игрушки передается вот именно такими методами, да? Ух, ну что ж, друзья, это была одновременно и страшная, и сложная игра, и мы ее прошли. Это было правда сложно, это было страшно максимально. Кирпичи просто разлетались налево-направо только так, как будто бы просто производство, понимаете? Запустилось в моменте, все, активировалось на максимальную скорость, поставили, и просто кирпичи огромный склад. Ну что ж, друзья, вот такая вот серия у нас сегодня получилась. Пишите свое мнение об этой игре в комментариях, это было реально страшно, у меня до сих пор мурашки по коже, до сих пор сердечко вот так вот колышется туда-сюда. Но это было правда страшно, особенно те скримеры, которые в этой игре, это жуть, это просто жуть. Ну так или иначе, я надеюсь, вам понравилось это видео, поставили лайк и подписались, конечно же, на канал. Огромное спасибо вам за все, всем до скорой встречи, всем пока-пока.